И всем привет, ребята, вот и наша новая серия по Метро Рояль. Ну что, на дворе у нас понедельник, а это означает лишь одно, что сегодня у нас обновились задания, которые нужно срочно залететь и срочно также сделать. И надеюсь, все это будет за один бой. Ну а вам желаю, как обычно, приятного просмотра, приятного аппетита тем, кто кушает. Ну и конечно же, не забываем про подписку на канал, ведь нас уже почти 156 тысяч человек, за что вам просто огромное спасибо всем и каждому. Ну и также бонусом для тех, кому вообще ни раз не трудно, смотрите ролики через VPN. Это не призыв к действию, а моя маленькая личная просьба. Ну а мы начинаем. Погнали. Хотел задонатить UC в PUBG Mobile, но совсем забыл, что ты живешь в России. И теперь это больше уже не проблема, ведь есть сайт playrock.com. Playrock — это маркетплейс товаров и услуг, где донат осуществляется легально через официальный магазин PUBG Mobile. Покупка причем совершается всего в пару кликов. Регистрация через ВК или Google, оплата банковской картой или Kiwi. И после покупки вы получаете инструкцию по получению товара, и у вас открывается чат с продавцом. 10 минут и все. 325 VC у меня уже на аккаунте. Сотни тысяч игроков уже получили донат через Playrock. Более 180 тысяч отзывов, которые оставили реальные люди. Приобретайте UC через Playrock и тратьте их на все что угодно. А также с недавнего времени здесь обновилась страничка с PUBG Mobile, где вы теперь можете найти не только аккаунты, бусты, даже кланы с популярностью, но и ваш любимый Метро Рояль. Так что, как обычно, playrock.com, ссылочка в описании. Надеюсь, соседний парнишка тоже в эту сторону пошел. А то как-то неохота сейчас просто впустую пробежаться, а потом обратно возвращаться и догонять его. Оу, я уже его вижу. Оп, готов. Я так понимаю, он хотел ребят с нижнего респа встретить. И это все с тем учетом, что как бы обычно они сюда и не поднимаются. Все просто вдоль забора уходят, ну а там уже друг друга как-то месяц встречают, либо же еще что-то делают. Что, в принципе, сейчас и происходит. Никто так сюда и не пошел. Еще и парень абсолютно пустой. Капец. Ну хотя бы хорошо, что у него медицинка какая-то была. Хоть что-то, кроме жетончика. Ладно, можно, наверное, дальше двигаться. Если получится, то еще и ребят слева забрать. Погнали. Я прошла афганскую войну. Я желаю всем мужчинам пройти ее. А я советую пройти на магазин Metro Market. Аллах Акбар. Не, я, конечно, ни на что не намекаю, но я ж не один его вижу. Оп, готов. Так вот, каким чудом он оказался сзади меня, я вообще без понятия. Как бы я думал, оттуда уже все ушли. А тут на тебе. Оказывается, что еще кто-то у нас прям в упоре. И тоже фиолетовый. Серьезно? Понял, принял. Беру свои слова обратно. Вот этот типчик уже более-менее годно выпал. И шлем, и еще и его МКХ. Кстати, на более-менее хорошем обвесе. Так что, плюс еще маленькая прибавочка к стоимости. Которая нам надо за этот бой 2 мульта сделать. Так что в радиацию рано или поздно, но придется все-таки пойти. Ладно, тут я думаю закончили. Надо залетать на те респы и пытаться там всех забрать. Погнали. Только вот как ни странно, тут пока что идеальная тишина стоит. По ходу дела я чуть-чуть, но опоздал сюда. Что? Еще один? Понял, принял. По ходу дела я вообще прям вовремя сюда подошел. Только вот фигово, что подстволки нету. Так что сейчас будем его либо гранатками выкуривать оттуда, ну либо моликом сжигать. Причем по ходу дела, он как стоял за этим деревом, так за ним и остался. Ну да. Блин, может пойти заражить его, что ли? Оп, готов. И розовенький. Серьезно? Что-то мне подсказывает, что сегодня у нас намечается день пушек. Постоянно такое замечаю. Либо тебе падают чисто бронежилеты, либо тебе падают чисто пушки. Не, я не против. В принципе, даже если третья где-то выпадет, я и под третью найду место. Ну, это все, конечно, до радиации. Там как ни крути, скинуть надо будет. Вы сейчас серьезно? Я только что пришел с той стороны. Там вообще никого не было. И на тебе. Там кто-то по кому-то жмет. Капец. Ладно, понял, принял. Значит, отправляемся снова назад. Погнали. Только вот стоило чуть ближе подойти, и прям тут же все там сразу утихли.
Хотя я, по-моему, вижу первого паренечка. Оп. Готов. Я так понимаю, он там закрыл кого-то? И потом просто лежал себе и лутал, да? Так-то было бы неплохо. Убив одного, залатать двоих. Только откуда тут столько людей может взяться? Понял. По ходу дела, в самом-самом начале, на нижнем респе, ни первый, ни второй парень не отъехал. И они каким-то чудом просто разминулись, и сейчас по итогу все мне достались. Капец. И еще из этого парня тоже плюс МКХ. Только вот на этот раз, на нереально четком обвесе. Я сам себе постоянно такой же ставлю. Че, не? А он типа больше не планирует высовываться? Блин. Понял, принял. Значит, сейчас каким-то чудом все по-быстрому лутаем, как-то это все в себя упихиваем и меняем позицию. С этого места, я думаю, даже бессмысленно пробовать его забрать, поэтому погнали. Вот перебежать-то перебежал, только на этот раз он снова меня видит. И у меня нет уже ни молотого, ни гранаток, ни дымовой шашки. Так что остается только ждать и каким-то чудом надеяться, что он пикнется и на этом моменте сам же и отъедет. Только вот он вообще никак не хочет на меня реагировать. Блин, я перед ним в открытую прыгаю, а он даже не стреляет. Ладно, понял. Он все-таки стреляет. Теперь хотя бы примерно знаю, с какого окна он это делает. Он серьезно? Оп. Готов. Просто три головы в ряд. Вот нельзя было сразу так? Кучу времени тут потерял. Уже вот-вот появится первый временной босс. А я даже с респов своих не вышел. И как ни странно, уже под самый верх забить лутом. Причем я бы не сказал, что плохим лутом. I need a scope. О, вот так вот, наверное, получше будет. Все-таки обвесы на МК такие себе, а вот на МКхи топовые. Ну все, вот теперь, я думаю, можно уже и в центр. А учитывая наше положение, и в идеале надо сделать два задания, то я думаю сразу в радиацию. Погнали. Только вот тут у нас оказывается кто-то есть. Видимо, я все-таки не один из тех, кто хочет сделать ровно все задания, как раз таки в понедельник утром. Чего? Я только что шел по рожку, и там вообще никого не было. И здрасте. Кто-то там вовсю убивает боссика. О, а вот это уже мой клиент. Причем, по-моему, где-то на центре. И, кстати, с аугом. Который, как по мне, в данный момент времени, лучшее оружие из всего калибра 5.56. Даже М-ка не такая классная, как аук. Он что тут, решил собачек почистить? Эй, вот так вот нечестно. Капец. Вот надо было ему в эту трубу залезть. И как мне теперь его запирать? Он там планирует? Видимо, планирует выходить. Оп, готов. Надеюсь, его стальной аук сейчас мне выпадет. И он еще и красный. Понял, принял. Значит, защищаем собачек, а потом вернемся и все подлутаем. Погнали. Ну вот, вот так вот уже прям получше. Только вот проблема с отсутствием места как-то не очень решилась. Так что я думаю, сейчас в ближайшие пару минуток все-таки придется расстаться с одной из пушек. И причем, скорее всего, это будет МКХ. Все-таки как ни крути, но МК, во-первых, розовая, то есть вышка, а во-вторых, чуть-чуть да подороже. Да и к тому же, МКХ у меня уже чересчур достаточно. А вот эмочек буквально пару штук. Так что тут выбор очевиден.
Ну а так все? Теперь наконец-то можно уже взять и залутать оставшуюся часть радиации. Которая, кстати, вообще почти не залутана. Этот парнишка по факту прошел только одну сторону. Я так понимаю, все, что ему падало, он даже не удосужился в сейф убрать. О, а с первого сразу планшетик. Я сейчас очень сильно надеюсь, что сегодня будет падать очень хорошо. Ну, как хотя бы в последние мои разы. А то, зная мою карму, всегда по понедельникам у меня максимально ужасный лут из радиации. И всегда потом приходится брать и еще в один бой залетать, чтобы добрать ту маленькую стоимость, которой мне так и не хватило. Что? На снэкпите появилось сразу два боссика? Понял, принял. Ну все, тогда лутаем по-быстренькому и надеемся, что туда вообще никто не придет. А то с каждого ящика пока что падает всего по одному розовому предмету. Такими темпами мне реально придется только шмотками и добиваться. Которые, я надеюсь, с бойсиков мне выпадут. Так, первый открылся. Так-то в идеале было бы еще и флайер найти. Но блин, на рожке в магазине его нету. Бежать в подземку, я думаю, у нас уже и так времени не особо-то есть. Так что, скорее всего, после радиации заглянем туда, ну и сразу на выход. Который хотя бы хорошо, что прям с двух сторон стейкпита находится. Там, куда ни побеги, ты рано или поздно придешь к выходу. Так, и тут у нас... О, первый слиток. Капец, не прошло и года. Осталось до конца радиации всего 5 ящиков. Да я только первый слиток забираю. Да, как прям не густо сегодня. Обычно, в любой другой день, мне кажется, радиация куда лучше сыпет. А сегодня прям что-то не очень. Хотя, с другой стороны, зато шмотки нападали. А точнее, оружие. Ну все, собачки закрыты. И как ни странно, еще 600 с лишним патронов. Так что на тех двух боссов мне ну вот по-любому хватит. О, чертежик. Не, надежда все еще есть. Осталось-то в идеале всего 500 тысяч добить. Не, ну вот если вот так вот будет падать, то тогда точно, надежды вообще нету. Мне всего лишь-то надо пару чертежей, ну и хотя бы один слиток золота. И все, и мне этого уже хватит. Которые вряд ли мне сегодня придется еще раз увидеть. Последний ящик. Я не думаю, что сейчас отсюда выпадет 2 слитка золота. А вот только они сейчас могут мое положение спасти. Да, понял, принял. Шанс того, что придется заходить еще раз, все больше и больше. Ладно, посмотрим, что там по бойскам. Надеюсь, хотя бы они меня порадуют. Погнали. Причем я вообще без понятия, почему тут никого нету. И ведь буквально пару минут назад на рожке кто-то забирал бойска, пока я в радиации был. А тут их сразу два. Так, первый магазинчик залетает. Оп, готов. Все, первый бойсик отъехал. Только я вот думаю, сейчас, наверное, сначала второго заберем. Ну а потом уже пойдем и всех залутаем. Да, ну может быть они оба фиолетовые выпадут. И даже лутать-то особо ничего не придется. О, все. Вот теперь вот и по киллам задание 100% сделано. Хотя бы одно из двух сделать. Так что пулемет. Все что ли? Лечиться пошел? Чё-то он быстро сегодня. А,
Ну да, еще и не летом. Понял, принял. Первый фиолетовый. И второй у нас точно такой же. Капец. Не, ну все. Вот теперь никаким таким чудом мне не добить стоимость. Ну, по крайней мере, в этом бою. До конца боя осталось 200 секунд. Так что по-быстрому тут все в себя впихиваем. Ну, все, что сможем спихать. И на выход. И тут же заходим заново. Погнали. Да, обидненько немного получилось. Не хватило-то всего лишь 250 тысяч. Это реально один слиток золота и один детектор. Который мог выпасть, но по каким-то причинам решил этого не делать. Так что быстро тут добиваем стоимость и на выход. Капец, он там шустрый. Оп, готов. Первый парень отъехал. И причем довольно-таки заряженный. Если я не ошибаюсь, то это фуловая шестерка была. Че, не? Второй не хочет высовываться? Ладно, раз он не хочет, то спокойно спустимся и залутаем. А там, глядишь, может быть и не придется уже даже второго забирать. Хотя, очень даже вряд ли. В идеале, сейчас надо добиться, чтобы стоимость стала 1 100 000. И все, и можно тут же идти на выход, потому что будет даже с запасом. И второй туда же. Только я без понятия, куда он там бежать собрался. Но тем не менее. 2 кило. Так что одними только жетончиками. Плюс 50 тысяч. Серьезно? Вот так вот просто? Капец. Просто с первого же типочка и сразу 300 тысяч. Вот это я понимаю. Ну все. Тогда на всякий случай все-таки лутанем второго. Ну, мало ли там тоже что-нибудь ценное выпадет. И тогда куда-нибудь на рожок. Чекнем магазин и тут же на выход. В принципе, я в этой катке уже все, что хотел, тут же сделал. Как ни странно, на рожке-то прям вообще тишина. Я так понимаю, все опять в радиацию мчали. Ну, либо же кто-то кого-то пытается закрасить в подземке. Знал бы, вот ни раз не пошел. Чего? Уже в упоре люди? Капец. И еще и стальной, да вы серьезно? Готов. Только походу я отъеду. Все, а теперь быстро-быстро и срочно хилиться. Еще от бота в таком моменте мне вот никак отъехать не хватало. Чё, типочек чересчур неожиданно появился. Я аж даже растерялся. И взамен того, чтобы взять вторую пушку, я взял и начал перезаряжаться. Капец. Это хорошо, что у меня хотя бы берил был более-менее заряжен на подствольник. Иначе все, тут бы и отъехал. Серьезно? Еще и НКХ высшего. Не, ну все. Вот теперь вот не то чтобы хватит. Да тут еще и с запасом останется. Так что в окружными путями каким-то чудом выходим с боя и тут же открываем кейсики. Погнали. Ну что, ребят, до точки сохранения тут уже буквально прям считанные метры. И это означает лишь одно. Что, к сожалению, но данная серия на этом моменте и будет заканчиваться. И поэтому всем тем, кто досмотрел до конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео и коммент под роликом. Ну и подписочку на канал, чтобы каждый день не пропускать новую серию. Ну а я с вами прощаюсь, увидимся как обычно завтра. Всех обнял, пока. Ну а теперь долгожданные кейсы. Погнали.